Кременчуцький телеграф. Ми проводимо опитування з нагоди другої річниці Майдану. Цікаво, як саме ви до нього ставитеся і до чого він в кінці кінців привів. Я ставлюсь позитивно, щоб люди легше жили, старалися. Ну, так вийшло, що бачите, що люди не можуть добитися правди. Вот и все. Это же вам надо более старшее поколение. Я вообще против всего была, против Майдана, а родители ездили на Майдан. Не знаю, теперь все, мне кажется, разочаровались в Майдане и в правительстве, и все разочарованы. И вообще население, сколько же мы не ходили даже на выборы, какой процент населения, не то что по Украине на выборы не ходили, по городу у нас. Получается, 3 человека выбрали мэра, да? А мэр вообще где-то гуляет, непонятно где он, да, был. Ну. Ничего не изменилось. Чесно, нічого, ніякого поштовху не відбулося. Ну, не побачила Україна цих змін, раді чого вони там стояли, раді чого з'явилась у нас Небесна Сотня на сторінках нашої історії. І ще одне питання. Минуло 2 роки. Що змінилося в Кременчуці? Що змінилось в Кременчуці? Може, щось і змінилось на краще. Люди, може, іншими стали. Ну, чесно, не бачив я цих змін. Ну, печально. Начало було хороше. Ідея була хороша. А продовження не дуже. Вот. І мені телевізор вже смотреть не хочеться, тому що запутали дедушку, так сказати. Вот. Ну, уже как, призвела до того, что чем дальше, тем страшнее, как это самое. Ну, хотелось, чтобы было лучше, конечно. Добре, спасибо. И минуло 2 роки для Кременчука. Что изменилось в місті? Что изменилось? В отношении природы, ну, строят там, это, на набережной строят это самое, это хорошо. Перспектива есть, что будет город, сад. Вот. А цены растут. Думки поменялись. Зразу мы были налаштовані так, як Росія, а тепер уже, якщо наша влада в Україні така, то вже треба коритися. Бо воля Божа на те, щоб ми корилися цій владі. А що ми зробимо? Хоч подобається, не подобається, а треба коритися. Политические вопросы, это, конечно, сложно. Ну, не знаю, ничего, наверное, не поменялось в стране вообще. Ни в лучшую сторону, ни в худшую, все, в принципе, как и было. А как особисто вы ставитесь до самого явища революции? Даже не скажу, не знаю. Ну, наверное, должно было что-то поменяться, не знаю. Все-таки люди собирались в таком количестве, такие трагические события, но... Видимо, это все было зря. За 2 роки, чи изменилось что-то на краще саме у Кременчуці? В Кременчуге, да, но я думаю, что это связано, наверное, все-таки не с революцией, а с местным управлением, с бывшим нашим мэром, которого, к сожалению, нету сейчас. Ну, то есть не стало. И, ну, наверное, благодаря только ему все-таки. Ну, новини я практично не дивлюсь. Ну, вважаю, что дуже багато нас обманюють. А Майдан це тільки для того, щоб умити чиїсь руки. Вообще, выступление против правительства это является грех, бунт. Но уже ж оно как оно допекло. Ну я б не участвовала в бунте. Бунт это грех против любой власти. Понимаете? Нам нужно хорошо работать и молиться.